ключ к моей двери. Мастер выдвигает ящик, там полный ящик ключей. Он говорит, выбирайте. Он говорит, вы не поняли? Мне нужен запасной ключ к моей двери. Где гарантия, что эти ключи подойдут к моей двери? Мастер говорит, гарантии нет. Но шанс у вас есть. Остается только подобрать дверь к вашему ключу. 5000. Он говорит, вы не с ума сошли? Какие 5000? Мой ключ стоит 100. Это золотой ключик. Он говорит, да, это золотой ключ, но вы можете им открыть двери, там ваше счастье. Сундук, набитый деньгами, стоит. На нем сидит обнаженная красавица. У нее в одной руке рюмка коньяка, в другой тарелка борща. Этот говорит, нет, это не про мою дверь. Он говорит, я не говорю, что это про вашу дверь, где одно и то же. Ты не мужик, где деньги, пойди выкинь мусор. Он говорит, вы что, у нас уже были? Он говорит, нет, но везде ведь одно и то же. Он говорит, правда, что же я лбом все время, как баран, бьюсь в свою дверь. Он говорит, дайте мне этот ключ и этот. Шансов больше, гулять так гулять. Он берет эти ключи и убегает, а свой ключ оставил. Так вот я хочу вам пожелать, чтобы те ключи, которые у вас в карманах, от ваших квартир, они никогда нигде не оставались и нигде не забывались. А то счастье, которое к вам придет, оно к вам войдет в дом и без ключа. Счастья вам! Я тут недавно такую грязную компанию...